8.47 дальше. Раньше было 0.72.48. Раньше было, теперь... Сейчас я тебе принесу, ты набирай пока. 8.47. 8.4.72.48.2.74. Ты что, меня что ли берешь, Антон? Нет. 50. Алло. Смеешься, не понимаю. Я телевизором эти хуй. Я вижу, ты не такой. Не могу пробовать серебряный. А вы знаете почему? А потому что я сделала ставку на вулкане. Вулкан. Ты кто такой? А? Бля, вулкан, я на вулкан ставил. Иди нахуй отсюда его, хоть тут лежать его. Боже, братан, дай 5 рублей взаймы. В Госдуме хотят принять закон об отмене уголовной ответственности за семейное насилие. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Держите, мужики. Вместе мы сила. Чё ты ноешь? Ты чё разнылся? Да я не ною. Чё ты? Иди посуду мой. Да сейчас я помою. Чё ты тут? Да сейчас я помою. Быстро вставайте, мой посуду. Сейчас помою. Вместе мы сила. Ты чё, непонятно? Один, попробуй. Я попробую руками поймать. Мура, пару слов. Фото. Пару слов. Не болтай, давай. Так, значит, коньяк 80-го года. Пожалуйста, посмотрите. Руслан Чемизович нам подарил этот коньяк. Крышку покажи. О, пожалуйста. Целочка, да? Целочка. Вот я открываю, значит. Армянский отборный коньяк. Армянский отборный коньяк 1980-го года. Вот. Сейчас. Так водила гнал под 120 в таком нажратом состоянии, что даже не почувствовал, что встал на крышу и не знал, где его семеро. Ремнем-то был пристегнутый? Да, да. Даже царапинки нет у тебя, да? Нету. Не пострадал? Аккуратненько ехал.
А почему перевернулся? Аккуратнее поехал. 120 километров это аккуратно? Да нет, я вообще на самом деле толку не ехал. Чем мозга-то парень? Домой ехал-то? Да. Машина сломалась? Нет. Ты залей. Так это не твоя машина. Это не твоя машина-то? Не твоя. Это патрульная машина? Не твоя. А твоя где машина? У меня дома. Где дома? Дома. Не твоя, не патрульная, не патрульная, никому не тролльная. Понимаешь? Давай домой. А ты на чем ехал-то? Домой. На чем ехал-то? Домой я ехал. На какой машине? Балбес ты. Давайте домой. Ты на такси ехал, что ли? Нет. А где твоя машина? Дома. А здесь-то ты что делаешь? Сейчас до дома доеду и поставят мою... Давайте, вы мозга не портите. Тебя как зовут? Тебе какая разница? Осел! Он говорит, короче, перед лункой не надо форсировать. Типа тогда не откусывает. Вот смотри, я ее отпускаю. И... Откусила. Вот я и... Вот ты фай... Чуть не нырнул, бля, отпустила. Прикинь, я ебать сажал вот так, бля. Ебать, махуй. Нихера он здоров. Нахер сваливает. Вот так мы чистим яйца. В школу пойдешь ты? Что ты там будешь делать? Парень. Что в школе будешь делать? Парень. Заниматься будешь? Учиться в школе будешь? Математику будешь учить? А считать ты умеешь? Как? Как считать умеешь? Два, три, два. Молодец. Будем сюда, будем в школу. Пошли в школу. Здравствуйте. Что продаете? Палочки из Мерзайки. А это что у вас? Автономная печь? Да. На чем работает? На дровах. Что, много жрет дров? Смотря как топить. И что, почем палочки? А так скажи, покажи, что будешь выходить. Большой пакет 300, 400 грамм 200 рублей, 100 граммовки, 200 граммовки по 100 рублей, игрушки 300, 250, 150, 200, попкорн по 100. Ага. А печку не продаете? Нет, печку не продаем. Продайте, а то у меня друг Колян есть, ему надо такая автономка, нужна в машину. Пускай делает сам. А у вас есть мастера, сделают? Да, мне же делали сами. Сколько стоит? Я не знаю. Они машину ехали, печку они же устанавливали на СТО. Ага. Сами делали, сами устанавливали. Понятно. Ладно. Это пиздец. Goodbye, motherfucker!